Всем привет! Мы решили перед праздниками заняться поисками микроволновки. Идем посмотрим колс, что здесь есть интересного. Много есть печек, но я не вижу здесь микроволновок почему-то. Не хотелось бы заказывать онлайн, но, наверное, придется так и сделать. Так, курица все. Печка, гриль, миксеры, какие-то фритюрницы, но не то, что нужно. Тостер, кофемейкеры и все. Ох, какая посуда красивая. Красная. 109-110 долларов. Красивый цвет. Все, нету. Ну и как же не заехать в свои любимые магазины TJ Maxx, вот он во всей красе, красавчик. Ну и конечно же Old Navy. Я думаю, что вот в эти дни тут будут хорошие скидки. И вот он наш этот любимый магазинчик Old Navy здесь. И мы сейчас тоже сюда зайдем. Может, что-то на шару прихватим. Нужно припарковаться. Мы забежали еще в Old Navy. Тут тоже отличные скидки на одежду детскую, подростковую. Можно купить и за $1.50, и за $2, и за $3.50. Много вещей спортивных. Пока Маша пошла забрать заказ в Panera Bread, расскажу вам, какой мы фильм смотрели. Короче, действие происходит в Нью-Йорке. Убийство в одном здании. Кто не видел? Это небольшой сериал. Я думаю, там будет еще продолжение, но это, я так поняла, только первая часть. Там немного серий, 8 серий или 10. Такие достаточно известные артисты там снимаются, американские. Ну, кому нравятся детективы. Селена Гомес там тоже снимается. И два таких уже взрослых достаточно американских актера. Не помню, как их зовут. Но посмотрите, для такого вечернего времяпрепровождения в кругу семьи интересно посмотреть, как они там раскручивают убийство. Набрали кучу опять всего, сейчас покажу. Но сегодня меньше растратили денег, но и набрали более таких лучших вещей. Я так стою высоко, потому что солнце мне вот так вот засвечивает, светит в глаза. Людей очень много. Везде играет вот эта музыка. Дан-да-да-дам, дан-да-да-дам. Короче, новогодние. Обожаю эту музыку, обожаю это время. Только плохо, что много людей. Все, Маша уже идет. А погодка у нас сегодня все та же. Солнечная, ясная. Ветра нет. Ну, конечно, прохладно. Но не страшно. Зато завтра будет еще теплее. Тишина и спокойствие вокруг. Люди готовятся к праздникам. Все повыезжали на шопинг. Сейчас миллионы, миллиарды тратятся денег на подарки. Конечно, многие заказывают по интернету, но мы вот что-то так и не научились какие-то вот такие вот вещи заказывать по интернету. Вот микроволновку мы не нашли. Наверное, придется заказать по интернету. Попробовали без нее прожить сколько, пару месяцев, и все равно, ну, как будто что-то не хватает. Если что-то нужно быстро подогреть, то не всегда удобно греть в сковородке или брать кастрюлю. Все-таки микроволновка – это микроволновка. Хоть мы не так часто ею пользуемся, но она вот должна быть. Вот тут вот елочный базар у нас есть, кстати. Ну, за елкой мы, наверное, пойдем на следующие выходные. Мы так уже слышали, что елки подорожали. Если мы в прошлом году могли взять себе елку сколько? За 80, а в позапрошлом за 60, то в этом году, наверное, придется оставить сотню. Я что-то так думаю, что все подорожало. И елки подорожали. Ну, посмотрим. Не хочется праздновать Новый год без елки. И искусственную не хочется, потому что ее нужно все время где-то прятать и где-то держать. А
А места нет. Это городок Беркли-Хайтс. Вот так тут веночки повесили на столбы. Украсили. Даунтаун. Ну, показывай побыстрячку свои покупочки. Что-то купила интересное, что-то неудачное. Вот этот комплект ванны Маше не понравился. А вот эти штуки для стола вроде нормальные, $7.04. Для ложки купила и полотенца вот такие вот праздничные. Это в подарок. Потом купила Маше носки для работы. Reebok. $7. 6 пар. Стёпе купила носки вот такие вот New Balance. Тапочки для Стёпы. Чай джинджерный себе. Потом вот такие вот буквочки для ребенка. Когда моется в ванной, можно играть, они клеятся к ванной. Это в подарок. Носочки тоже бебиком. Шапочка с рукавичками. Шапочка такая. И вот такие зверюшки, которые одеваются на пальцы. Развлекать их. Ну, сладостей тоже взяла много, потому что разделю по подаркам. Вот своей девчонке, которая 2 года взяла такую гитару. У нее сейчас что-то такой бум с гитарой. Я ей взяла на Рождество. $12 гитара стоит. Потом взяла такие вот пакетики, подарки упаковать. Упаковочная бумага. 2 года ей будет, 20 января. Я ей взяла вот такой вот напольный пазл. Потом для ребенка взяла тоже за $8 вот такую пижамку динозаврика. Кофточку Calvin Klein тоже в подарок. И футболка мужская с американским флагом. Короче, вот эти покупки пока на данный момент из Барлингтона. Вернется, скорее всего, вот этот комплект, который Маше не понравился. Почему ей не понравился, я не знаю. Может быть, темноватый для нашей маленькой ванной. Тут на картинке ванна более большого такого размера, чем наша. Но вот не понравилось. Цветы вот ей подошли, а комплект нет. Короче, вот так вот покупки. Сейчас покажу, что купили еще уже в другом магазине. А через беготню по магазинам некогда приготовить еду. Вот купили сегодня в Panera Bread. Вот такую Маша там берет. Это ее любимая флет пицца, по-моему. Ну, такой вот взяли салатик с курицей, с яйцами, с авокадо. И Маша себе вот такой вот бутерброд. Ну и в довесок дают еще кусок вот такого вот хрустящего хлеба. Это обед для Маши. Ну и для меня половину. Ну вот еще одна партия подарков. Маша себе в подарок купила вот такие вот сапог-чулок. Сапоги вообще-то Машины стоят $29. Вот такая радость за такие деньги. Вот такие на ножки хорошо смотрятся. Высокие достаточно, такие чуть выше колена даже, по колено. Так, потом, мы же сегодня забежали в Old Navy. Вот такие кофточки мы взяли, одну футболочку, которая стоила доллар, футболочка. Вот такая рубашечка мальчиковая, 2,97. Шортики, $1.50. Вот такая рубашка джинсовая, тоже мальчиковая, нам попалась за $2. Мы решили взять. Дети растут, пригодятся. И вот такие вот 2 кофты. Такие 2 джемперочка. Одна с принтом, другая с полосками. Мы взяли 2 за $13. Хоть на работу, хоть в подарок. Кому куда сгодится. Своей маленькой вот этой бабульке, которой только 3 месяца, я взяла в подарок вот такую погрызть штучку. Погремушка, которую можно деткам грызть. Она такая мягенькая, силиконовая. Я думаю, что не поранит себе десна. Потом на подарки деткам тоже взяли за $5 вот такую кофточку. Красивую. Это мы уже были в TJ Maxx. Вот с красивым здесь таком орнаментом вышитым. Тоже взяли вот такой вот джемперочек. Тоже девчонкам. За 12. У меня был еще купон на $10. Конечно, и все это нас...
стоила намного дешевле. $7 вот такой вот костюмчик для девочки со звездочками. И вот такой вот костюм Лос-Анджелес, Калифорния, за $12. Это тоже все на сейле уже было. Тоже взяли для девочки. Такой тепленький костюмчик. Значит, вот это все настоило буквально $43. Вот это куча вещей. Забежали еще в долларовый, взяли какие-то тетрадки. Тоже типа какие-то пазлы. Мешочки одноразовые. Ну и туалетная бумага. Все, нужно теперь идти, бежать, что-то делать, кушать. Еду мы взяли, конечно, перекусить в своем любимом магазине Panera Bread, но нужно что-то и готовить на завтра. У нас уже вечер на улице, но у нас еще одна закупка на сегодня, но уже продукты на этот раз. Что мы взяли? Курицу без кости и без шкуры, которую давали нам. Если ты берешь две, то одну берешь, а одна в подарок тебе идет. Потом фарш я взяла. Взяла на этот раз, так как мы не сходили в Костко, я взяла моцареллу. Вот такую в таких шариках средних, в шариках поменьше. В таких самых маленьких. И моцареллу взяла вот в таких вот нарезанных уже кружочках. Взяла швейцарский сыр. Один пакетик. Это мы ходили в окно сюда. У нас через забор тот магазин. Взяли мясную нарезку. А Маша взяла салями. А потом взяла хэм. И как называется, Маша? Мяско пастрами. О, я все забывала. Мы взяли тоже креветки. Один пакет $11. Вот такие вот были. 2 килограмма вроде. Или сколько их тут? Нет, не 2. Килограмм. За $11. Потом взяли на пробу попробовать кускус. Вот такой вот новый. Трехцветный. Иногда у нас кускус так хорошо уходит. Кускус. Кинву взяли. Тоже. Взяли попробовать вот такой Royal Chicken and Herb. Это рис басмати. Что-то стараемся брать новое. Такое уже все проевшееся, надоело, и хочется что-то попробовать нового. Набрали опять йогуртов 10 штук, которые шли 10 на 10. Бейкинг сода. Степа решил сам попробовать пробить в ванной канализацию. Может получится, потому что мы месяц ждем, к нам так и не пришли. Значит, соль кошерная. Я взяла какао-порошок. Может быть, что-то буду печь. Это у нас авокадо. Вот такой вот пакет. $5 в Акме давали. Степа был в овощном, но он что-то забыл за авокадо. Взяли сахар. Вот такой golden sugar. Который less processed. Короче, меньше обработанный, потому он gold. Какое-то масло взяли, вот такой европейский стиль. Первый раз такое берем, не соленое, попробуем. Тоже было около $2, $1.99. Вот такие салфетки дали в подарок. Потом взяли вот такое тонкое Орео. Я посмотрела тут один интересный такой рецепт кекса с Орео. Может, сделаю. Взяла вот такие Lady Fingers. Это для торта тирамису. Взяла один пакетик, хотя для такого нормального торта нужно 2. Но Маша сказала, мама, делай для себя. Ей такой торт не нравится. Так что, ну вот так вот. Хочешь, делай, хочешь, не делай. Маша взяла себе вот такие еще булочки для работы таскать. Ну и вот это все удовольствие на сегодня стоило $140. Ни много, ни мало. Но здесь много продуктов, которые останутся надолго. Которые не заканчиваются даже ни за один день, ни за неделю. Так что хватит. Ну и потихонечку что-то останется к праздникам. Все. Рыба у меня в духовке, мясо тоже. Сейчас, может, еще сделаю какой-то пирог Маше для чая утром на работу. И на этом будем заканчивать выходные и будем готовиться к работе. Ну что, смотрите, показываю, что успела сегодня приготовить. Рыбу запекла в духовке. Пару кусочков мяса. Это свиное мясо, которое было замариновано раньше.
и сделала желтый болгарский перец в сметане с помидорчиком и с укропчиком. Сейчас в духовке еще у меня допекается кекс. И вот вам расскажу, кому интересно, как приготовить вот такую заливочку для кекса. Ничего страшного и трудного. Берете один апельсин, цедру с него стираете и сок вместе смешиваете. Потом сюда добавляете одну чашку сахарной пудры. Все это хорошо вот так вот размешиваете до такого вот состояния. И такая заливка для любых пирогов, для любых кексов готова. Сейчас я буду заливать свой. Но кекс должен сначала чуть-чуть подостыть. Для того, чтобы заливка была более густой, нужно додавать больше сахарной пудры. Я свое не делала с двойным количеством сахарной пудры, потому она у меня получилась такая жидковатая. Кекс и так получился сладкий. Но она получилась достаточно вкусная и ароматная. Пахнет апельсином. Я его чуть-чуть охладила в морозилке, чтобы оно было погуще. Ну вот как-то так. Все, на этом заканчиваю. Всем пока, всем приятного аппетита, всем хорошего настроения. Бай-бай.